66-летний водитель Honda CR-V за три дня сбил троих человек. В первый раз под колеса автомобиля попали подвыпившие мужчина и женщина. Наезд случился на улице Гагарина. Парочка переходила дорогу в неположенном месте. Пешеходы получили травмы, им назначили амбулаторное лечение. Спустя два дня пожилой водитель уже в центре города совершил еще один наезд. Следуя по улице Смолина в направлении улицы Мадагоева на нерегулируемом пешеходном переходе, он совершил наезд на мужчину 1963 года рождения. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован БСМП. Стоит отметить, что водитель Honda имеет 16-летний стаж управления транспортным средством. Со слов водителя, пешеходов на улице Гагарина увидеть он не ожидал, а проходящего в центре пешехода водитель Honda не заметил.